Прокуратура Ивановской области начала проверку законности действий начальнику МВД по Ивановской области генерала Александра Никитина, назначившего служебную проверку в отношении кандидата в депутаты Ивановской областной думы, полковника органов внутренних дел Михаила Крайнова. Напомним, на митинге 4 августа Крайнов, по версии МВД, цитата, «высказал лживые суждения по событиям, связанным с нападением на сотрудника ДПС, при этом дал оценку деятельности государственных органов». Конец цитаты.